We need help. Lewis, protocol. Lewis, protокол. Этлиус. Sit down and roll up your sleeve. Сядь. We will save your father, Mr. Мы спасем вашего отца, мистер Рентье. Порядок, это инженер ячейки. Вирджил Олдни. Для меня большая честь познакомиться с вами, сэр. Ваша перчатка — произведение искусства. Только гений мог... Надо ее починить. Срок вчера. Нужна лаборатория побольше, чтобы постигнуть тайны путешествия во времени, сэр. Как он сделал? Харроу нужен козел отпущения. Он не уйдет, пока не найдет. Его взбешенная высокородная девка, ищет голову своего этого отца, типа. Я не думаю, что дело тут только в Дабано. Мы что-то упускаем, готов поспорить, мы скоро снова услышим о ней. Пойду проверю, нужна ли Эмили помощь с Харроу. Кого я тут должен наклонить и как следует оттрахать, чтобы получить чашечку кофе, а? Ну и денек. Увидимся в переговорной. Итак, друзья, всем привет. Вы на канале Silent Sky. Продолжаем игрулечку под названием Evil West. Evil West. Значит, в прошлый раз мы спасли, довели нашего отца до... За мной должок, доктор. Получается, до дока, который вроде что-то пытается как-то его вылечить, там, помочь и так далее. И нам надо проверить перчатку, тут должна быть мастерская. У нас что-то с перчаточкой, идем. Отправляйся в мастерскую Вирджила, идем, я предлагаю, именно туда. Именно к нему, что это такое? Использует новое устройство Вирджила в его мастерской, чтобы что-то там. Встретись с... Так. Сброс увлечений и особенностей. Хотите сбросить все улучшения оружия и навыки? Нет. Зачем? А... Да ешки-моё, батрушки, столько читать, у меня глаза в разные стороны разлетаются. Вот это начало. Анкета Вирджила. Или Вирджила, как правильно. Вирджил Онли. Инженер, родился в 1873 году, окончил научную школу ИР. В 1888 году официальный член ИР с 1888 года. Младенцем Вирджил Онли был обнаружен в логове китайского некроманта, который проводил над ним опасный тайный ритуал. Ребенка отправили в Калика, чтобы узнать, что с ним сделали. Процесс восстановления был продолжительным, но молодой человек оказался крайне стойким. У него был талант к науке и технике, позволивший ему стать лучшим учеником выпускного класса. Вот так вот. Ознакомились, прочитали, все узнали, уходим. Зачем мы тогда сюда шли, чтобы чисто ознакомиться? Итак... Нас тут все ждут. Переход между областями. Ну что, давайте посмотрим, что тут нам. Когда я получил ваше гребаное раззолоченное приглашение, я ждал шампанского. Вместо этого какой-то клыкастый урод ворвался в ваш штаб и раскидал вас по всей округе, как кучку сопливых лентяев. Теперь вся страна осталась без защиты, а я здесь хером груш калачиваю и ни черта не поделать не могу. Итак, спрошу еще раз, кто-нибудь скажет мне, с какого хрена это произошло? Служба безопасности была направлена на защиту важнейшего актива. И каким чертом этот актив не я? Так решил мой отец. Вашу жизнь спасло то, что агент... Грейвенор решил так. Только хрен это меня спасет, когда я скажу капитуле, что их главный оплот по Брестуту чудовищно только что пал.
Мы об этом позаботимся. Что, отсюда? Это ведь дыра на самом краю гребаного ничего. Не позволяйте внешнему виду обмануть вас, мистер... Министр Хэроу, у ячейки Калика лучший показатель выживаемости в институте, и в ней трудятся лучшие. Мы ваш единственный шанс на восстановление. Тогда немедленно подготовьте отчет по этим ублюдочным клещам, доктор. А вы, мать твою, кто? Он бесит очень какой-то козёл. Погодите, это я-то лучший инженер? Уж надеюсь, потому что ты должен как можно быстрее получить, починить эту штуку, иначе Хэроу всех убьют. Хэроу может поцеловать... Насколько все плохо? А что ж, прерыватель Мурока поджарился, еще изоляция вокруг силовой муфты. Починишь или нет? Это поправимо, но нужно время. Пара недель, может месяц. У нас столько нет. Когда найдем эту Фелисити, мы должны быть во всеоружии. То есть, если мы найдем ее, мы даже не знаем, где ее искать. Может, и знаем. Ну что, прем мы, значит, сейчас в перевал дьявола? Что же нас там ждет? Так, к северу есть каньон. Опасающий большак. Местные от недостатка... Так, очевидцы сообщили о неизвестных видах вампиров. Мы думали, что это слухи, но теперь мы отправили за нашего лучшего эксперта по кровопийцам. Надеюсь, под экспертом наши агенты, а не заучку. Скотт Блум участвовал в стрельбе нашего бестиария. Нам нужны солдаты, а не писари. Я не могу бегать повсюду в поисках пропавшего умника. Надеюсь, что, может быть, он еще жив. Давно о нем нет вестей? Не, 5. Надеюсь, он просто заисследовался. Не более того, да? Ну что, отлично. Давайте посмотрим, что тут у нас новенького по истории. Так, от заката до рассвета мы прошли, вот, перевал дьявола. Джесси, Эдгар и Уильям бегут на последнюю уцелевшую заставу института Рантье в небольшом городишке Калика. Пока доктор Эмилия Блэквелл обрабатывает раны Уильяма, Джесси с Эдгаром выслушивает тираду помощника секретаря Хэроу. Он едва не погиб во время нападения и требует, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание. Теперь, когда отец Джесси утерян, он фактически становится лидером института Рантье. Чтобы выжить, организации нужно выследить Фелисити и ее армию чудовищ. Ее след приводит Эдгара и Джесси к перевалу дьявола. Здесь они находят дикие земли, где правят преступники и кое-кто похуже. Ну что, поехали посмотрим, что тут за перевал дьявола, кто тут правит кем. Пока тихо, все спокойно, жара. Ну, я так полагаю, мы сейчас зайдем в эту пещерку и будет нам... Так, искалеченный, изуродованный и разорван на куски. Блум, во что же ты ввязался? Так, смотрите, нам было написано «Доступно очко способности». Да, одну штука. А следующая атака комбинации ближнего боя, выполненная сразу после успешной атаки, нанесет на 30% больше урона и ускорит совершение следующего удара. Я думаю, неплохо. Также мы можем сюда. Сокрушающая хлопушка. Удерживайте Q, глядя на находящего в воздухе врага, чтобы обрушить его на землю с помощью электрической дуги. Ну, тоже прикольная тема. Ну, давайте все-таки, наверное, вот этот ударчик сделаем. А там уж дальше попрем. Блин, фига тут. Ой-ой-ой-ой. Фига у меня чел такой сильный, что просто подошел и все развалил. Ну что, придется идти в это Г. Мочить всех этих тварей. Это люди, что ли?
Так, я забыла, какие там у нас телодвижения-то. Ё-моё, меня тут мучат. Хорошо. Блин! Не поняла, почему-то у меня оружие на кнопку не высвечивалось, не понажимала 1500 кнопок, у меня вылетела вообще игра, свернулась. Ну, вроде все нормально, что-то маленько подзабыла кнопки. Хотя вроде последовательно играю, стараюсь ничего не забывать. Подожди, я так полагаю, он должен был упасть. Нет? Нет, видимо, что-то не так делаю. Ладно, уходим. Пока что у нас только сюда, по-моему, путь. Кажется, этот вид обладает способностью к перевоплощению. Обычным кровопийцам это не свойственно. Предполагаю, перевоплощение требует крови. Но точно сказать невозможно из-за недостатка доказательств. Вероятно, мы имеем дело с ускоренной эволюцией, вызванной определенными неизвестными экологическими факторами. Угу. Так, а нам получается не сюда. Здесь мы просто лишь забрали. Куда тогда нам идти-то? Дорогу не вижу, что пишут. Найти агента Скотта Блума. В смысле, нам назад, что ли? Да не может быть назад, мы же только туда пришли. Хм. Так, здесь что-то. Ух ты, нифига хорошо, что мы вернулись. Нашли сокровища. Не, ну скорее всего нам туда. Больше нам некуда идти. Просто не могу понять, куда здесь дальше. Типа этих мы переубивали. Но здесь ничего не происходит. Здесь мы тоже были, но мы здесь просто забрали. А, ё-моё. Ё-моё, не увидела. Да. Я здесь была, но не увидела. Как-то поверху-то не просматривала. Хорошо. Опа. Ё-моё, это что за волки? Это оборотни. Ёкарный бабай. Что это за хрень? Ой-ой, они кружают. Да прыгай, прыгай. Да в смысле, блин? Твари. Так, а как там? Вот, отлично. Получай! Хорошо. Люди превращаются в монстров. Тут явно что-то нечистое. Так, ну нам это дальше унесет нас.
А чё, это не надо? На, типа, мы знаем, что у этого есть в карманах деньги, а на тех, типа, ребят, пофиг. Там, типа, точно бабла нет. Так, что ли? Ну, видимо, как-то так. Так, оттуда мы пришли. Ну, все здесь, получается, в принципе, ничего нет. А разве оборотни тоже, как бы, ну, солнца они не боятся и перевоплощаются вот так вот на виду? Ну, чисто так вот по каким-то там фильмам, историям, уникальные сундуки. Ух ты, посмотрим. Взрывной успех. И что здесь? Взрывной успех. Нажмите М. Что, где нажать? А, во. Взрывной успех. Область поражения всех ящиков с динамитом увеличена на 50%. Также действует на особенность взрывные элементы. А, мы, получается, вот это открыли, да? Теперь у нас, типа, на 50% взрывы больше. Отлично. Так, куда идти-то? Алло. Алло, куда идти? Понятно. Полезли. Ну что, где вы, твари? Куда же вы меня завели в этот раз? Аккуратно, лезем, лезем. Ну блин, ну эти оборотни-то такие пожестче, ребята. Мост развалился. Слушай, а как же у нас, получается, дороги назад нет? Тупик. Чудесно, мать твою. Надо найти другой путь. Надеюсь, мне удастся найти следы Блума. Все-таки сюда и надо было изначально идти. Я решила глянуть на всякий случай, что там происходит. Где вы, упырки? Ёпти твою. Кто ты еще такое? Кому? Да. Да стреляй! А что там такое? Фига меня тут накальтипухали. Ладно, пускай тут бегает. Ой! Да уходи! Да слышь, чё? Да ёб твою мать! Твари! Нифига они меня тут накидали! What the fuck? Это кто-то сверху, типа, по мне каким-то этими кидает. Да умри ты! На! Размажили ему головеньку. Новая сюжетная запись. Хорошо, почитаем эту сюжетную запись. Что здесь? Давайте-ка залезем сюда. Блин, может быть, это все-таки продолжение. Надо было все-таки сюда пока не идти. Там, по-моему, можно было наверх подняться. А, у меня полная. Я, кстати, выстрелил зазря. Я вот не понимаю, где, кстати, дробь перезаряжается. Подожди, или все-таки туда нам? Вот здесь, по-моему, тоже можно забраться. Вот, наверх. Что там? Блин, сейчас заберусь и назад не вернусь. А там надо было что-то взрывать. А, не, все нормально. Здесь только ящик. Все отлично.
не зря вернулись. Он типа дробью стреляет не всегда. Но где найти, увидеть вот эту перезарядку? Я что-то вообще ее практически не наблюдаю. Пикалет у нас тоже вот, не всегда у меня выстреливает как-то. Здесь только плюшки какие-то получить, не более. Так, пойду гляну, что там все-таки. Я ж тут что-то взорвала где-то. А, я просто взорвала, здесь ничего не было? А, вот он проход, господи боже мой. Да, тут только сундук, отлично. Забираем. Забираем это на нужное вещи. Ну и все получается, теперь сунды. Так, вот здесь что-то лежит. Так, создайте переправу с помощью какой-нибудь объекта, чтобы двигаться дальше. Окей, понятно. Все ясно, берем. Честное слово, какой он это? Силач. Он же, в принципе, человек. Вроде как не обладает никакими. Или обладает какой-то силой. Так, а у нас что-то можно было почитать, по-моему, правда? Так, вот, во-первых, страховедьма. А, первые свидетельства о страховедьмах появились в культе. А, в культуре и фольклоре гула. Однако это не выдумки. В отличие от простых кровопийц, страховедьмы не могут отращивать собственную кожу, поэтому они охотятся за человеческой. Некоторые считали, что страховедьмы могут разгуливать среди людей, облачившись в кожу жертвы. Это было опровергнуто, поскольку страховедьмы недостаточно цивилизованы и умны для этого. Нагал. Или нагал. Нагалы. Однажды были людьми, пораженными проклятием изменения формы. В поисках лекарства они обратились к вампирам, которые пообещали им помочь сохранить их истинную форму. Однако сохранившие форму бедняги становились кровожадными зверями, подчинившимися своему хозяину-вампиру. Наглые обычно перемещаются стаями с помощью воя, они способны усилить своих сородичей. Вот так вот. Слуга, стрелок... Явочник. Ух ты, блин, а это этот. А, кровопийцы перевозят свой обращающийся в вампирский эликсир внутри огромных пиявок. Эти беспозвоночные громилы способны сохранять качество и чистоту крови. Чтобы вырастить таких больших пиявок, кровопийцы откармливают их, а затем используют для хранения. Иногда телесные жидкости пиявок смешиваются с кровью их жертв и создают существ, называющим пиявочниками. Эти великаны не являются вампирами, но они обладают нечеловеческой силой и ловкостью. Вот так вот. Скотт Блум. Эксперт по странным монстрам и редкостям. Скотт родился в богатой семье из Новой Англии, растерявший все свое состояние из-за причуды его отца, слабоумного и одержимого любителя оккультных наук. Когда таинственный инцидент унес жизнь его родителей, Блум остался один на один с проклятым поместьем, заставленным оккультными книгами его отца. Вскоре поместье Блумов привело внимание Ир и институт, отправил агентов разобраться, что же там происходит. Внутри агенты обнаружили молодого Блума, который обладал несравненными познаниями по истории сверхъестественного. Институт завербовал молодого человека и позже направил его на станцию в Калика, где он занимался древними противоестественными существами с великих равнин американского Запада. Так, здесь разные письмена, но мы это все читали. Отлично. Так, все, давайте перепрыгивать. И уже проходить дальше. Существа у нас все сильнее и сильнее в округе. Надо как-то с этим справляться. Достаточно денег для покупки улучшения. Стальные кулаки.
А, это приобретено. Воздушная мишень. Ну, мне вот что-то воздушная мишень как-то... Постольку, поскольку, что ли. Бесплатная пуля. Это мы все выучили. У нас только вот это, по идее, осталось. В находящемся воздухе врага можно выпустить пулю, находящую повышенный урон. Ну, давай. Давай сделаем. Подожди, АР тоже можно изучить? Ничего не поняла. Мы это тоже, что ли, не сделали? Или я что-то не догоняю? 300 осталось. Купить. А вот, теперь две у нас, да? Вот это тоже купленное, правильно же? Разучить. Короче, все купили, что было. В общем, остались без денег. Ладно. Натыркало, что-то намыркало. Ё-моё, что случилось? Денежки. Что, ну туда вниз идти? Мне показалось, что каких-то два было прохода, нет? Я, получается, откуда вылезла? Вот отсюда же? Да, я отсюда пришла. Здесь тупик. Ну и все. Сейчас я только сюда. Короче, картографический тупинист дает о себе знать. Пошли. Конечно, денежки нам всегда надобно. Хорошо, смотрите-ка, здесь некая секреточка. Это мы любим. Мало, конечно, денежек. Особенно тогда, когда я прокачала все, что возможно. Надо, не надо. Блин, здесь всякие хрены. А, я отсюда не могу стрелять. Понятно. Так, теперь нам надо... Ау! Ладно, где этот таракан? Блин, таракана не могу никак захватить. Как там его хватать-то? Так, отлично, эту схватила. Хрень эту. Так, давайте его обрежем. Давай, лупи. В смысле, он на него не взялся? Хорошо. Так, разрубили этих товарищей. Что тут у нас? Боже, было непросто. Я ж переживаю, что Блума живым не найду. Хорошо, пойдемте. Да я сама переживаю вообще. Как бы меня бы тут не нашли. Фу ты, ёперный бабай. Так, я продолжаю исследование, но не могу найти ничего связанного с необычными свойствами животного. Судя по диаметру вырытых им тоннелей, рост этого могучего существа составляет примерно 2,5 метра. Так, 2 из 3 мы нашли.
Надеюсь, мы ничего не потеряли интересного, нигде не пропустили. Черт, за этой дверью явно что-то огромное. Возможно, именно это и искал Блу. Хорошо. Мы сейчас это как раз-таки откроем, я полагаю, да? Ай, ё-моё, не успела. Еще раз давай. Все? Сделали? Ну, поехали. Что ж ждет нас здесь? Ёпа-мать. А, поражение электричеством крупных врагов. Атакуйте крупных врагов в ближнем бою, чтобы заполнять индикатор заряда рядом с их здоровьем. Противники с полным зарядом будут восприимчивы к ударам тока хлопушки. Отлично, новая партия. Ё-моё. Что-то я не хочу с ним сражаться. Твою мать, что это за херь? Короче, с такими монстрами я что-то не могу вблизи. Никак. Кровососы драные. Эти мелкие твари меня бесят больше всех. Ну, прыгай вперед. Так, а как-то там можно было? Подожди-ка, а как-то... Да чтоб тебя разодрало. Не понимаю, как он имеет в виду. Что он там делает? Да ёпа мать! Во время атаки нажимайте Q. Ну давай попробуем. Да я не успеваю. Тварь, убей, убейся. О! Наконец-то у меня получилось. Дважды кью, да, я поняла? Бля! Ни хрена подобного, да? Да умри ты, тварь! Лесная. Пятый уровень. Наконец-то новое очко способностей. Отлично, хорошо здесь повоевали. Пойдемте здесь все обыщем. Может, что-то найдем интересненькое. И все это подберем, соберем и пойдем отсюда. Так, давайте посмотрим, что за новая способность. Итак, отражение снарядов. Нажмите Q, чтобы использовать надвигающиеся снаряды. Да-да-да-да-да. Хорошо, можно... А, подожди, у меня пятый уровень, да? Задеть за живое. Удары по уязвимым местам врага, стреляющий элемент. Нет, ну давайте тогда... Подождите, что мы там хотели? Короткое замыкание? Убийство... пораженного электрическим, электричеством врага образует электрический элемент.
По-моему, я не это хотела. Ну да ладно. Что-то другое хотела я, по-моему, посмотреть. Ну, ладно, что приобрела, то приобрела. Уже как бы не изменишь. Может, конечно, и можно что-то изменить. А, больше всего меня пугают летающие существа. Они перемещаются скопом и защищают недавно обращенных кровопийц. Как шерстни, охраняющие улей. Иного предназначения я найти не могу. Вероятно, они также добывают пропитание и разведывают местность. Блин, куча мерзких хрени сейчас будет, да? Мелких этих. Твою маковку, это что за хрень? Что за крыса? Бле. Что за мерзкое создание? Куда делась эта штука? Да кто бы ее знал? Так, здесь есть какой-то лаз. А что же там тогда за лаз? Погодите-ка. Где-то еще есть лаз. Вот здесь, вот, по-моему. И что же там? Пошлите, глянем. Уф! Удачно, это мы сюда заглянули. Удачненько. Ладно, пойдемте. Хорошо, что я решила вернуться. Сейчас мы посмотрим на эмочку, что там за интересная вещичка. Образ. Призрачная винтовка. Сейчас институт Рантье является важной частью правительственной службы безопасности. Однако в былые времена местная власть не подозревала существование сверхъестественной угрозы. Чтобы избежать паники, среди населения агенты носят неброские костюмы, обеспечивая секретные операции. А у меня какая есть, получается? Изучить. А, вот, выбрать, да? Нет. Это просто он сюда так тыркает. R изучить. Вот это все, что на мне сейчас. Ну вот так вот он выглядеть будет. Типа в этом костюмчике, только я не поняла, он как бы уже надел? Походу дела надел, что ли. Еще не соображаю ни хрена. Так, куда нам? А, мы оттуда выбрались, все, наверх. Маленько тут заплутала, закружила. Полетели, побежали, бегом, бегом, бегом. Уже, правда, сколько можно, надо уже кого-то где-то найти. И кому-нибудь да накостылять. Что здесь такое? Кажется, мы уже почти здесь, да? Почти нашли эту крысюка этого какого-то. Беспонтового. Ну и вонь. Ёпа мать. Что это за... О, блин. Ужас, какая-то анархия просто. Вакханалия какая-то. Блять, он еще что-то лазит где-то. Варюга. Да в смысле, его что ли не приканчить такой хренью? Я зазря что ли вообще такое делаю? Бляу!
сюка! Только так его, что ли, вот? А если вместе мы тут деремся? Типа ему пофиг, он меня бьет, да? Бля, не того! О! Его подморозило наконец-то! Уморди, тварь! Боже, каких троих тварей еще приходится убивать? Да не говори! Одна тварь хуже другой. Так, на эмочку. Давайте посмотрим, что это за тварь. Это гавран! Это поистине жуткие существа, создаются в братских могилах, в которых кровь из множества тел смешивается с землей. Гавраны рождаются слепыми и первые несколько недель питаются гниющей плотью разбросанных вокруг тел. Проникающая в почву кровь заставляет гавранов закапываться под землю в поисках пропитания. Оказавшись под землей, гавраны скрываются в темноте от лучей солнца и ничего не подозревающих путешественников. Вы сразу ощутите появление гаврана, сопровождаемое дрожью земли. Ну, намешали, конечно. Ну, намешали. Кого тут только нема вообще. Кого тут только нет. И гавраны, и хренаны. О, здесь есть кто-нибудь? Блум, это ты вон там внизу? Да, это я, но кто? Ух ты, вы Джесси Ранье, сэр? Чудесно! Объясни, что это произошло, Блум. Когда пошли слухи о новом виде кровопийц, меня отправили сюда для проверки. Я прибыл сюда и столкнулся с группой фамильяров. По-видимому, их послали сюда хозяева. Это фамильяр? Как человек мог так быстро превратиться в эту штуку? Прекрасный вопрос, сэр. Полагаю, трансформация каким-то образом связана с кровью этих созданий. А вот как? Я пока не выяснил. Нам лучше отнести одного из этих штук в лабораторию. До сих пор не могу понять, что тут делали эти фамильяры. Как я понял, им поручили перевозки. В их конвое были тележки, полные каких-то любопытных мерзких маленьких созданий. Тогда стоит отправиться туда. Ну что, вот так вот мы, как говорится, спасли Блума. И вернулись, получается, в городок, где продолжим. Ты куда так спешишь? В баре все закончилось, Джесс. Когда мы затащили сюда твоего отца, он был весь в крови. С ним все будет в порядке. Он слишком упертый, чтобы умереть вот так. Я повидал немало боевых ранений. Что же до Уильяма? Уильяма наверняка половина этой крови даже не его. Должно быть, пока повсюду падали дирижабли и прыгали ведьмы, даже не знаю, может быть, клещи хотели не просто все разнести. Возможно, они заразили его? Черт, не может быть. Джесс, придержи лошадей, просто подумай, они проникли в институт и вот так позволили вам с Уильямом уйти? Джесс, когда клещ обращает фамильяра, они формируют некую связь. Хозяин может заглянуть в разум слуги. Что, если они сформировали связь, скажем так, с человеком, который разработал твое оружие? Эдгар, на случай заражения у нас есть четкий приказ. Заражен, значит, мертв. Это его слова.
Выдыхай, у меня есть идея. Помнишь ту хрень, которую я нашел на озере Мрепа? Растение, из которого мы планировали сделать лекарство. Я не собираюсь рисковать жизнью отца, влияя на какой-то волшебный снотворный. Тузов у нас в рукаве больше не осталось, Джесс. Дабана и его больное творение все еще живы. И уж точно ни черта не хочу идти. Ладно, думаю, растение все еще в руинах поместья. Я проверил, осталось ли что-то от лаборатории. Я пойду. Ты лучше позаботься о перчатке. Да срать, я хотел на эту черную перчатку. Я не буду сидеть, сложа руки, пока отец там умирает. Никто тебя не заставляет. Если меня цапают от поражения, нас будет отделять только ты от перчатки. Я справлюсь, ясно? Приглядывай за любознательной докторшей. И не отходи от Уильяма. На случай, если я не вернусь вовремя. Вот так, значит, наш друган пошел искать лекарство, которое мы где-то ранее там нашли, обнаружили. Но при этом у нас здесь что-то есть, какие-то небольшие заданицы. Повернуть, подкрутнуть, открыть, зайти, выйти, разузнать. Так, окей, поехали, поехали, все это разведуем, посмотрим. Что тут нам предлагают? То куда, господи, топать-то тут? Нифига у вас тут лабораторика. Здорово. Да недавно кровопийцы размножались, обращая фамильяров. Процесс медленный, но эффективный. А сейчас появился новый вид, который плодится словно кролики. Этот вид свиреп и подвижен, но его по-прежнему нельзя назвать следующей ступенью эволюции. В какой-то степени это шаг назад, поскольку новый существа купы. Обычное пушечное мясо. Так Дабана представляет себе армию. Просто люди, обращенные в прислужников. Грязнокровные, точно, сэр. Чуть не знаю замечание. Думаю, чтобы узнать наверняка, нам надо узнать, изучить лесопилку. К лесопилке просто так не подобраться. Без рабочей перчатки нам не удастся развеять морг. Значит, сейчас самое время проведать местного гения. Боже, почему же я такая свинья? Бумага кругом бумага. Ты ни черта не найди. Ого, привет. Мам, родная, где мои записи, заметки? Как мы знаем, феномен самоиндукции Фарадея. Вирджил, давай полегче с словечками. Ты говоришь с полевым агентом. Диамагнетизм, многофазная система. Ага, вы точно не хотите услышать радиографическую шутку? Неважно, вот. В двух словах, я исследовал устройство прерывателя и обнаружил проблему. Он потребуется слишком много энергии. Потребляет. Лучший инженер института? Может быть, прежде чем затыкать Вирджилу рот, мы дадим ему шанс? Нельзя уменьшать устройство до бесконечности. Если вам нужен работающий прерыватель, как любезно заметила Эмилия, я полевой агент, и я работаю в поле, понимаешь? Если перчатку нельзя носить, с собой она бесполезна. Не хочу на тебя набрасываться, но... Кажется, хочешь, но если перчатка не заработает, всем конец. Сможешь починить? Что ж, если бы я мог достать парочку катушек от начального прерывателя. Лады, где мне их найти? Хо-хо-хо. Итак, друзья, я думаю, мы на этом прервемся. Много прошли, изучили, нашли всяких новых монстриков, прокачали уровень. Сейчас думаем, что наш отец заражен. Отправили друга за каким-то лекарством, возможно, которым, может быть, поможет. Ну, уже в следующей серии, я думаю, мы продолжим дальше. Обязательно подписывайтесь, прожимайте, нажимайте колокольчики, ставьте лайки. И, конечно же, пишите комментарии. Вы были на канале Синий Скай. Всем пока-пока.